Всем привет, с вами Слава, и сегодня мы поиграем в Brawl Stars за лу в режиме нокаут. Нажимаем играть. И против нас... Так, ну из опасных... Тара, наверное. Пайпер не особо опасна. Постараемся сейчас вынести. Сразу же отлетает. Так, близко стоит та. Где мы идем? Отлично. Вайпер. Отлично. Победа. Так, давайте. Сейчас мод сюда. Ну, это было, потому что... Близи постоянно пытаются. Ладно, логично. Так, Тара ФК стоит чисто. А, сдается, понятно. Ясно. Все. Изи у нас. Давайте еще одну карту. Так, новый скин. Очень интересное предложение. Но нет. Так, ну здесь 8 бит, я считаю, опасно. Вольт не особо. Ну, каскад вот. Настроенную дальность. Сколько неизвестно средняя. Ай. Погнался за вольтом. У меня каскадер вниз. Ну ничего, сейчас попробуем вытащить. За нас АМЗ же играют. Чего она? Решил пойти вот так. Ну ладно, ничего. Ну давайте, выноси кого-нибудь уже. Лёха. Лепёха. Ну. Молодец. Давай, Лёха. Ну, Лёха, отходи, хорош. Ну, Лёха. Лепёха, давай. Ну, Лёха, я так и знал, что ты проиграешь. Я не верил в тебя. Ладно, давайте еще раз попробуем. Так. Ну, здесь Джин, если только опасный. Ну, дальше сейчас будет. Джек меня уронил хорошенько. Но бедный Эдгар остался. Бедный Эдгар. Ладно. Извлекаем из этого опыт. Джеки сейчас опять. Бегаем, 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 бегаем. Бегаем, 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 бегаем. Не получилось. Ну почти.
погнать еще разок. Что у нас какие-то слабики попадаются? Я все удивляюсь. Там скилы идут. Отлично. Давайте попробуем его выставить. Я все равно вижу. Победа. Сейчас, наверное, близик это маленький. Да. Ну чего, вы где там? С двух сторон зажали. Зачем? Куда он тут потратил? Ну ладно. Ладно, победа и победа. Так, еще разок. Последний. Заключительный. Это у нас два поражения, две победы. Ну, наверное, Биби сейчас в бой будет. А, вот здесь. Ну, так, ну, блин. Отлично. Успели. Буквально на последний дыхание. Тело мои. Ну, давай, пошли выносить. Да ё-моё. Да что ж такое? Всё. Отлично, победа, берём. Давай, Мортис, давайте так вытащим. Отлично. Прикольно, два поражения. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. И всем пока.